Продолжаем программу, когда место и специфика работы по душе, то и результат будет. Электрогазосварщик участка водоотлива цеха «Рудник» Дмитрий Дюсмикеев был признан лучшим работником по итогам месяца. Он уже 13 лет трудится в известняково-доломитовом карьере, где поддерживает состояние насосов и водоводов. Познакомилась с героем производства и наша съемочная группа. Это известняковые и доломитовые карьеры, которые находятся в Агаповском районе. Они располагаются рядом с рекой Урал, поэтому, если не откачивать воду, карьеры превратятся в озера. На одном только известняковом карьере находится 13 насосов и 13 километров водоводов. Поддерживать их в исправном состоянии, в том числе, задача Дмитрия Дюсмикеева. Нагрузки очень сильные на трубы идут. Зима, лето, перепады очень сильные. Бывает, трубы от температуры лопаются просто, расходятся на сколько-то там сантиметров. А бывает, их заваришь, бывает, опять не выдержит, что-то уже придумываешь, свое уже что-то. Где-то компенсатор ставишь, ну и все, она начинает работать. Насосы работают круглые сутки. В час они откачивают порядка 2000 кубических метров воды. Давление в трубах создается очень большое. Если хоть какой-то шов разойдется или появится утечка, устранить неполадку нужно в максимально сжатые сроки. Неважно, какая погода за окном. Трубы диаметром круглые, они очень низко лежат у нас, получается. Где-то там сантиметров 20-30 от земли, и приходится, ну, очень сложно. Ну, делаем, варим, опыта хватает. За 13 лет много опыта набрался от людей старых, которые уже ушли от нас. Вот этим я воспользуюсь. Ну, для меня сейчас это не сложность. Дмитрий Дюсмикеев закончил ПТУ номер 97. Впервые оказался на ММК на третьем курсе, когда проходил производственную практику. Он всегда хотел проводить больше времени на свежем воздухе, поэтому и устроился работать в карьер. Высококвалифицированный специалист. К своей работе относится он с особой скрупулезностью. Потому что все, что бы он ни делал, он сам говорит, что это потом будут видеть люди и его оценивать по результатам его труда. Вот. Работу, значит, он выполняет, соответственно, безопасно всегда, качественно. Ну и поэтому вот у нас и он лучший сварщик получается и в этом месяце. Хорошего сотрудника видно. В свои 35 лет Дмитрий Дюсмикеев признается лучшим работником уже второй раз. Но трудится на совесть он не ради славы. Просто очень любит свое призвание и с уважением относится к коллективу. Коллектив у меня очень хороший, дружный. Мастер дает задачу. Мы его с полуслова понимаем. Дружненько все собираем, что надо, подготавливаем, грузим, привозим. Они мне тоже все подготавливают, рабочее место, все. То есть, ну, все для меня удобно все делают. То есть, ребят дружные. Быстро сделали, аккуратно, качественно. Все, мастер приехал, одобрил, похвалил. Павел Берсенев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.